Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих из Карачаева-Черкесии, выполняющих боевые задачи на территории новых субъектов Российской Федерации. Участники совещания обсудили ситуацию, связанную с формированием дополнительной помощи от Карачаева-Черкесии для нужд военнослужащих, и о том, как налажен оперативный контакт между командованием воинских частей и МЧС по доставке гуманитарных грузов. Кроме того, на совещании была излучена информация об итогах осенней призывной кампании. Гидроэнергетики Карачаева-Черкесии подарили медицинское оборудование Республиканскому перинатальному центру в рамках благотворительной акции «Рожденные энергией». Новое оборудование уже применяется в родильном отделении. Мы благодарны гидроэнергетикам за поддержку, которую они оказали нам и в этом году. Современное медицинское оборудование, передаваемое в рамках благотворительной акции, позволяет нашему центру предоставлять пациенткам качественную высокотехнологичную медицинскую помощь, сказала главный врач Республиканского перинатального центра Евгения Пономарева. 100 лет исполнилось бы известному народному поэту Карачаева-Черкесии, ученому и педагогу Азамату Суюнчеву. Вспомнить творческий путь Азамата Алимовича пришли в его дом-музей в Карачаевске представители администрации города, видные общественные деятели, его родные, близкие и почитатели таланта. Также для всех собравшихся была организована экскурсия в доме музея поэта. Подробности расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Если в крае Пушкина и Фета выучат стих мой наизусть, именем российского поэта я по всей планете пропишусь. Эти пророческие строки народного поэта Карачаева-Черкесии Азамата Суюнчева охарактеризуют весь его яркий творческий путь. На памятном мероприятии у Дома-музея поэта в Карачаевске собравшиеся вспоминали о его активной работе не только в литературной сфере, но и в образовании. Он был гордостью своего народа и ярким примером для последующих поколений, отмечали присутствующие. Мы все горды тем, что Азамат Алимович жил и творил в нашем городе. И что на сегодняшний день дом-музей, в котором мы сейчас находимся, является точкой притяжения для всех школьников, жителей города. Сюда приходят с экскурсиями наши дети, прикасаются вот к тому вечному, что будет неизменно. Творчеству Азамата Алимовича. Азамат Суюнчев был известен не только своими литературными произведениями, но и научными трудами. Он был одним из составителей важного труда русско-карачаево-балкарского словаря, а также принимал участие в подготовке учебников для школьников на родном языке. Высоко можно оценить его многогранную научно-педагогическую деятельность, которая внесла свой неоценимый вклад в развитие национального образования. Азамат Алимович внес большой вклад в развитие, сохранение и обогащение культуры многонационального народа Карачаева-Черкесии. Он один из ярких представителей своего времени, который в своих произведениях красиво воспевает любовь к своему народу, к матери, к родине. Азамат Алимович всю свою жизнь мечтал создать музей, который бы познакомил всех желающих с его богатым архивом. И, наконец, весной 2012 года эта мечта осуществилась. Азамат Суюнчев более 15 лет проработал в Институте филологии КЧГУ имени Умара Алиева. Исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов подчеркнул, что в стенах его родного вуза уже проходили различные конкурсы, посвященные творчеству Азамата Суюнчева, а также будут проводиться различные научные мероприятия к столетию народного поэта. Азамат Алимович – автор более 30 книг, куда входят поэмы, рассказы и различные очерки. Родная дочь народного поэта Татьяна Чанкаева также пошла по стопам отца, которая занимается преподавательской деятельностью. Она выразила благодарность всем за оказанную поддержку в проведении различных мероприятий в честь столетия Азамата Алимовича. Мы очень благодарны всей республике, мы выражаем благодарность и главе республики, и отцу его, который вчера позвонил первый и был благодарен о том, что вот такую работу. Я хочу поблагодарить свою племянницу, директора музея, за эту активную работу, которую она развернула, создав вот этот день лучшим образом.
Она организовала, вы еще сегодня увидите, будут экскурсии по музею. После школьники и студенты прочитали стихи народного поэта Карачаева-Черкесии Азамата Суюнчева. А в завершении мероприятия для всех собравшихся была организована экскурсия в его литературном доме-музее. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. В Черкесске прошла конференция писателей Карачаева-Черкесии. Главный вопрос повестки дня – избрание председателя Союза писателей Республики. На этот пост выдвинули две кандидатуры – поэт Башир Батчаев и народный писатель Карачаева-Черкесии Ислам Кубиев. Победитель определялся путем голосования, в котором участвовало порядка 80 человек. По итогам председателем Союза писателей Республики единогласно был выбран Ислам Кубиев. Союзу писателей еще предстоит пройти ряд юридических процедур оформления организации, утверждения штатной численности и устава ее деятельности. Это очень ответственная должность, это ответственная. Это на самом деле я сейчас думаю, видимо, судьба такая у меня была, я должен был взять вот эту ношу и нести ее. Ну, во всяком случае, у меня будет совесть чиста по отношению к вам, но обещаний я никому давать не буду, буду делать все, что в моих силах. Насколько это возможно будет сделать, я постараюсь это сделать. Проект модернизации системы домов культуры Карачаева-Черкесии вошел в число 2000 инициатив со всей страны, отобранных из 12 тысяч претендентов для оказания финансовой поддержки. Данное проектное предложение, которое получило поддержку от фонда президентских грантов, было подготовлено при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии, организации «Союз московских архитекторов». О том, как проходила реализация и какой это толчок даст творческому саморазвитию жителей республики, расскажет Алихан Лепшоков. Основная задача инновационного предложения по развитию культурно-досуговых учреждений Карачаева-Черкесии, подготовленной командой проекта «Идентичность типовом», это модернизация домов культуры для того, чтобы соответствовать современным запросам жителей городов и районов республики. Проект был подготовлен при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии. И, как отмечает руководство министерства, данная инициатива позволит открыть доступ к культуре и творческому развитию жителей республики. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время, когда наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты, как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе, чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов, и как на всем этом зарабатывать, потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. И все это помогает нам понять, разобрать и наметить к развитию наш проект «Идентичность типовом», который реализуется в Карачаево-Черкесии. В течение полугода была проведена исследовательская работа по функционированию всех дворцов культуры в республике. Финалом стал семинар, где команда проекта обсудили подготовку предложений по модернизации функциональной программы ДК и разработке концепции типового многофункционального культурного центра. Координатор проекта «Идентичность типовом» в Карачаево-Черкесии Баладжан Джукаева подчеркнула, что накопленная исследовательская информация позволит сформировать новый образ функционирования домов культуры и возможность для реализации творческого и бизнес-потенциала данных учреждений. Мы не только проанализировали через призму, значит, через взгляд сотрудников вообще работу ДК, но и объединили это с опросами, которые мы провели среди пользователей ДК, и создали, соответственно, какие-то пробные версии идеального ДК в городе, идеального ДК в сельском поселении и платформы нашей онлайн. Это было очень важное мероприятие. После этого начался длительный процесс, когда вся информация опять-таки воедино собралась, когда ребята
совместно, потому что у них как бы вообще команда «Идентичность типовом» уникальная, очень сильная, то есть у них всеми делами занимаются только профильные специалисты. Отдельно намечены шаги по созданию на базе дворцов культуры республики туристическо-информационных центров, знакомящих гостей региона с его историей и традициями. Также необходимо инициировать работу на базе ДК с местными сообществами, привлекая их к организации различных массовых мероприятий. Сегодня мы имеем уже в результате успешно, можем сказать, с гордостью успешно реализованный проект. У нас есть очень крутой проект городского большого ДК, маленького сельского ДК и онлайн-платформу. Кроме всего прочего, я считаю, что это главное, разработана экономическая концепция, следуя которой наши ДК смогут не только функционировать и выживать, но и даже самоокупаться и успешно реализовывать свою деятельность. Теперь необходимо, чтобы этот проект начал свою реализацию в республике. Эта система является уникальной, которая позволит открывать новые перспективы для развития домов культуры. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия. Воспитанникам детского сада «Солнышко» Карачаевска легче будет определиться с будущей профессией, потому что в этом дошкольном учреждении ведется научно-экспериментальная работа ранней профориентации и знакомства с профессиями 21 века, в рамках которой дети побывали в гостях в различных учреждениях республики и попробовали себя в роли врача, сотрудника водоканала, увидели работу труженика села и не только. А теперь руководители учреждений, помогающих воспитанию подрастающего поколения, пригласили в детский сад «Солнышко» на творческий отчет. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Мероприятие началось с приятной миссии за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 70-летним юбилеем. Заведующий детского сада «Солнышко» Любовь Азретовна Семеновой, начальник управления образования Карачаевска Эльвира Идиева, вручила почетную грамоту. Вы наша драгоценная, бесценная, старший товарищ, друг, наставник. От всего нашего дружного коллектива, коллектива заведующих, от имени всех нас. Разрешите поздравить вас с вашим замечательным юбилеем, пожелать вам здоровья, счастья, и чтобы вы долгие-долгие года впереди нас возглавляли нас, сообщество заведующих нашего округа, были примером, поддержкой. Гостям, приехавшим на творческий отчет, дети показали достижения в творчестве, умение креативно мыслить и выразительно читать стихи. А участники кружка «Ораторское искусство» записали свое первое интервью, которое они брали у гостей творческого отчета. Скажите, пожалуйста, кем вы мечтали стать в детстве? Папа мой сказал, вот как есть рассказывают. Негоже тебе по странам ездить, ты девочка. Вот у тебя хорошо получается. Животных лечишь, птичек лечишь, вот и людей лечи. Вот так я стала врачом. Скажите, пожалуйста, легко ли быть заведующей детского сада? София, добрый день. Спасибо, что уделила мне внимание. Знаешь, когда в детском саду такие замечательные дети, особенно как вы, у меня тоже 300 деток в детском саду, они, на мой взгляд, тоже самые лучшие, самые умные, самые красивые. Работая с такими детками, мне очень легко, и я получаю огромное удовольствие от своей работы. Основное звено модели ранней профориентации – кластерный подход. Частичное или полное погружение детей в профессию – кластерный подход использовали на базе 9 учреждений, которые впоследствии стали социальными партнерами детского сада. За неоценимый вклад в развитие инновационной деятельности им вручили грамоты и специально учрежденные оригинальные награды. Алла Динаева, Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!